им, безусловно, понравилось все то, что они показали, тем более, что выступала великая Анна Павлова. Парижская публика уже слышала это имя. За год до этого солистка императорского театра Анна Павлова совершила европейское турне. Стокгольм, Копенгаген, Прага, Берлин. Она заворожила публику и покорила ее своими танцами. Газеты наперебой печатали восторженные отзывы о потрясающей русской фее танца. Но в Париже неожиданно для всех главной звездой дягилевской антрепризы стала вовсе не Анна Павлова.